Выгул собак – это не просто прогулка. Это скорее утренняя гимнастика под нагрузкой. И она должна быть интересной. В первом Рупасовском переулке под площадку отведено место бывшего пустыря. И оно достаточно просторно. Каждая собачья площадка, по идее, должна стать своеобразным фитнес-центром. И вот эти конструкции, они не так просты, как кажутся. По идее, они должны выполнять главную функцию – позволить собаке сбросить лишний вес, нагуленный в домашних комнатных условиях, и набрать лучшую форму. Для этого надо сигануть сюда. Но пока здесь явно не хватает тренажеров для других групп мышц. Собакам тоже нужно разнообразие. А здесь не хватает как минимум половины снарядов. Сейчас ведутся работы по именно установке его. Это сейчас мы видим только часть смонтированного оборудования. Будет его намного больше. И она по форме, по виду, то есть по набору элементов будет такая, как в Мытищинском лесопарке в этом году было установлено. Оборудование сейчас монтируется, и я думаю, уже до конца недели, в начале следующей, можно будет выходить на площадку. Поступление последней партии с тренажерами ожидается в конце недели. Такая же картина на собачьей площадке на улице Борисовка. Те же лабиринты, тоннели и кольца. Нет самого интересного – полосы препятствий. И здесь тоже с нетерпением ждут. Сергей Берзин, Андрей Капустин, Петр Дзитковский, Первый Мытищинский.